Вы смотрите обзор товара светильник светодиодный рассада, 3×30/100. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Модель рассада 3×30 разделить на 100-3 отдельных алюминиевых линейки, 1 метр условной длины, с общим блоком питания. Мощность 90 Вт. Светодиодные фитосветильники Vermilight серии рассада являются наиболее популярными и универсальными моделями, состоящими из разного количества LED-секций и внешнего блока питания. Предназначены для досветки рассады и различных растений, а также выращивания в условиях полного отсутствия солнечного света. Тонкий алюминиевый профиль LED-секции делает данную серию идеальной для использования при выращивании на стеллажах, включая вертикальные фермы. Внешний блок питания с плавным стартом и защитой от перегрева может быть размещен вне зоны размещения самих LED-секций, экономя пространство и не создавая зоны перегрева. При высоте подвеса светильника 10 см зона уверенной засветки от одной секции будет иметь ширину 30 см. Рекомендуется размещение секции светильника на расстоянии 15 см друг от друга для максимально равномерной освещенности растений. Длина зоны зависит от модели светильника. Если в начале исследований влияния различных спектров на растения ученые определяли степень поглощения света только хлорофиллом растений, установив, что хлорофилл А и хлорофилл Б имеют пики поглощения в синей и красной зоне спектра и практически не поглощают свет в зеленой области спектра, то последние исследования показали важность наличия полного спектра излучения, так как кроме хлорофилла в клетках растений содержится множество пигментов, поглощающих свет во всем диапазоне фар, фотосинтетически активной радиации, от 400 до 700 нм. Именно по этой причине в фитосветильниках Vermilight используются полноспектральные фитосветодиоды, имеющие пики в зонах наибольшего поглощения хлорофиллом, но при этом излучающие визуально белый свет с высоким индексом цветопередачи. Такой фитосветодиод содержит два кристалла, синий и красный, покрытые люминофором. Сами светодиоды маломощные, что создает рассеянный свет, который лучше освещает листья растений за счет большего числа источников света, имеющих угол рассеивания 120 градусов. Такие фитосветильники могут размещаться на минимальной высоте над растениями, увеличивая эффективность досветки. Индекс цветопередачи КРИ всех светодиодных фитосветильников Vermilight не менее 76. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.